некий центр новый в штате. Вечерний город снимать легче, потому что народу поменьше. Вот. Вообще так пустовато в штате. Пустовато, не очень-то чисто и вообще не ухожено. Местами напоминает просто город Харьков. Вот наша магистраль, вот этот пустой дом новый, который я снимал вчера с той стороны. Вот какой-то дом. Вот. Единственное, что аккуратно, это дома перекрашены, но не все. Вот этот дом, похоже, еще не перекрашен. Ну да. Он в процессе. Все остальные аккуратно покрашены. А на земле, вот там, в том в квартале, куда я показываю, там просто местами разбитый асфальт. Ну, просто Советский Союз. Вот. Вот мы идем. Мальчик крутой поехал. Мы идем к бассейну, а потом гастроном. С большой буквы. Те, кто жил на штате, знают, что это такое. Мы идем на бассейн. Да, кстати, заметьте. Который впереди. Как говорилось, не в бассейн, а на бассейн. Да. Да. Вот. И вот заодно снимаем вот этот светофор. Мы здесь все время поворачивали, и он работает странным образом. А, мы ждем. Есть секция? О, загорелась стрелка зеленая. Вот. И нормально горит. Ага. О, смотри. И она тут же переключилась на желтую. Ну, нет, и все. Видео. Какой бассейн? Мы сюда ходили классом и поодиночке. Кто жил на штате, у нас были абонементы. Расписание на 2012 год. Сейчас вот как раз июля по 15 августа. С 9 утра до 9 вечера ежедневно. И чё? Да ничего, просто. Потом мы пойдем вон туда. Заведение под названием «Гастроном». Вот это «Гастроном» – это был один из лучших клубов Хали. Точнее, здесь была замечательная дискотека, все время и живые люди играли, и дискотека была. И мы сюда приходили, как говорится, на тусовку. Это как раз и был 77-й год. Очень такой насыщенный, интересный. Вот около этой двери мы стояли, толпа народу было очень много, ждали пока нас запустят, а потом проходили в зал, который находился там дальше. Ну, а теперь здесь... Нет, уже ничего здесь не осталось. Запустение. Да, даже если что-то и было, то было совершенно все другое. Свет. Рядом с гастрономом на стене обнаружили панно свеженькое. С дедушкой Лениным в середине. Удивительно. Городская скульптура. Да, место. Их много по штату такого. Но это же новое, да? Да нет, может быть, из тех времен, я не помню. Но уже тогда было много. Is allowing women to compete in the Olympics. We met one of them during training, and she explained why she believes that education is still her best bet for a better.